система Caged. Что она дает? Вот, например, вы можете ля мажор зажать вот здесь и вот здесь. А по этой системе Caged вы можете зажать ля мажор в 5 позициях. Например, вот ля мажор. Вторая позиция ля мажор. Третья позиция ля мажор. Четвертая позиция ля мажор. И пятая позиция ля мажор. Вот. Еще вы можете сдвигать вот эту формулу, выбрать, сдвигать, и будете другие аккорды получать. Но самое главное, вы должны, не должны забывать, что вот это, вот такой аккорд, ре мажор, тоника у него на четвертой струне. И вот когда вы сдвигаете, вы должны на четвертую струну смотреть. То есть сюда сдвинули, и вот получился у вас ми мажор. Сдвинули, а фа мажор. Вот, то есть на четвертую струну смотрите. Вот это по пятой струне. Вот если вы сдвигаете, смотрите на пятую струну. Вот. Си мажор, до мажор. А остальные, вот это шестая струна. Воздвигаете, вот так сдвигаете, смотрите на шестую струну. Фа мажор, соль мажор. Вот. Это тоже вот смотрите на пятую струну. Вот. До мажор сдвигаете. Так. Уже у вас получилось ре мажор. Вот здесь смотрите, вот она тоника. Ре мажор. Ре. Ми мажор. Вот. Вот это, если сдвигаете, тоже на шестую струну смотрите. Вот. Соль мажор. Вот сдвигаете вот здесь. Ля. Вот ля мажор. Вот. Для этой системы это существует.